Члены национальной сборной по сноуборду завершают финальные тренировки перед Олимпиадой в Корее. Сборы проходят в Новосибирске. На Горском специально для команды построили аналог старт-секции, которая ждет спортсменов на Олимпийских играх. Можно так сказать, что 70% успеха заезда зависит от того, какой ты выехал из калитки. Поэтому у нас здесь была калитка, и мы тренировали старт. То есть продуктивно все было. Новосибирск выбрали площадкой для сбора в последний момент. В Центральной России совсем нет снега, а здесь спортсменам пошли навстречу. Старт-секцию построили довольно быстро. Сноубордисты обкатали доски и отработали новый для себя элемент. После новосибирских сборов команду ждет напряженный период. Впереди три Кубка мира в Германии, Турции, Болгарии и Олимпийские игры. В составе сборной двое новосибирцев – Даниил Дильман и Мария Васильцова. Для нас, Данил, конечно, особо приятно дома проводить время перед Олимпийскими играми, то есть перед Кубком мира. В домашней обстановке, в своих стенах это дает каких-то сил, такого вдохновления на новые, что покорение новых вершин. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!